сегодня быть с вами в общении добро пожаловать пусть бог благословит вас обильно пускай бог благословит вашей жизни пускай бог наполнит вас пускай бог откроет окна небесные над каждым из вас пускай бог защитит вас от всякого зла пускай господь дарует вам славу свою от Духа своего и зальет, благословляя вас именем Иисуса Христа. Я благословляю вас. Я говорю благословения над вами, драгоценные. Добро пожаловать. Добро пожаловать всем, кто меня смотрит со спутником, всем, кто на меня смотрит через интернет. знаете, у нас есть интернет-община Дом Веры. Сейчас мой сын вывел здесь присоединяйтесь к интернет общине Дом Веры. Я хочу сказать, да присоединяйтесь к нам. То есть проще, как это сделать? Зайдите на наш сайт домверы.ру и вы сможете увидеть, сможете увидеть, что этот сайт можно не только видеть это видео, но также через этот сайт можно писать комментарии. Я вот прямо сейчас попытаюсь прочитать несколько комментариев, кто что пишет. Георгий Знальчик написал только что Иисус, наши сердца поют только Тебе. Аминь, Георгий. Джинета, драгоценная сестра моя из Лондона. Glory to God! Аллилуйя, а, слава Богу, Дженета Шалом, а, пастор Дагмар, а, о, слава Богу за него, благословенный человек, благословляю, Дагмар, а, я тебя очень люблю, вообще на меня очень сильно оставили впечатление ваша цыганская община и... Я очень-очень благословен. Кстати, поприветствуйте! У нас а, в нашем дом вере сейчас присоединился пастор Дагмар из а, Англии, а, цыганский пастор с большой цыганской церковью, потрясающим прославлением, атмосферой. Это, это такое благословение. Пастор приветствую. Антон Роза из Германии приветствую. Славу из Казахстана, Янус Москвы, приветствую. Ангелина. А, не знаю откуда. с Греции, наверное, по, судя по фамилии. Ан также Дмитрия Своронежа приветствую. Приветствую вас, драгоценный Лариса Скирова. Я вот вижу, люди пишут, пишут. Юрий из Харькова, приветствую вас. Андрюша из Советской Гавани. О, приветствую тебя, драгоценный. Не проспал. Ну, у вас уже там ночь, наверное. Ну, молодец. Катя с Риги говорит, здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, пастор Максим. Благослови вас. Бог за ваши старания ради распространения Евангелия. Святослав из Кишинева, шалом, приветствую вас, слава. Даниил из Читы, смотрите, как у нас география огромная. Люди из разных мест пишут, Татьяна Стомина из Риги, Слава Господу, а, ну что ж, слава Богу, за цыганский народ пишет Георгий. Знальчика. Потрясающе драгоценные, а, я так рад с вами быть в общении. Я так рад с вами быть. Вконтакте недавно одна сестра, которая смотрит мои проповеди и говорит: Я просто смотрю эти прямые эфиры, я так благословлена. И она записала песню. Эта песня мне так понравилась для души песня благословения. Вот эта известная молитва Да благословит тебя Господь. И я этой молитвой хочу вас сегодня благословить. Да благословит тебя, Господь, и сохранить тебя, да презрит на Тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Наша сестра Ксения записала эту песню, ее дочь пела. Давайте послушаем. Это слова благословения в вашу жизнь. Оставайтесь со мной сегодня, мы будем говорить, как мы будем жить, проходя Иордан. Будьте благословенны. Тебя Господь и сохранит тебя, да присрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя и помилует тебя, да обратит Господь. Тебе мир. Дорогие друзья, сейчас перед вами видео нашего Казахстана. Да благословит тебя, Господь, и сохранит тебя, да презрит на тебя, Господь. Помилует тебя, и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе. песня с видеокадрами из Казахстана, из нашего Червинского каньона. Очень красивое видео и надеюсь, что вы получили благословение. Ну что ж, драгоценные, давайте перейдем к теме. Откроем Священное Писание. Господь, благослови нас раскрывать сегодня Писание и изучать его. Благослови нас, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я прошу вас, откройте второзаконие. Это Старый Завет, Откройте, пожалуйста, Второзаконие. И э, пятая книга Моисея. Э я буду читать известную главу, всем известную главу, 28 глава, глава благословения и проклятия, благословенты и проклятые. Там целая глава, помните, где описывается благословен и дом хлеб, и, и там, и, и как его, скот твои, дети твои, потомство твое, и все остальное. И потом сказано, прокляты, и такой, и всякими проклятиями, всеми проклятиями, которыми можно быть проклятым, проклятым. И вот там причина, есть причина, следственная связь. Если если ты будешь слушать и исполнять, тогда ты будешь благословен. Не будешь слушать, будешь проклят. У человека есть выбор. У тебя всегда есть выбор или благословение, или проклятие. У тебя всегда есть выбор пойти тем или иным путем. Послушайте меня, дорогие мои, я обращаюсь сейчас к каждому из вас. Вам, каждому человеку необходимо в жизни сделать решение. Каждому человеку необходимо сделать выбор. Или благословение, или проклятие. Перед каждым из нас будет стоять очевидный выбор, большой выбор. Как, по какому направлению идти? Многие люди идут по направлению проклятия. Даже сегодня многие христиане проповедуют о проклятии. Вот, вы проклятый, вам нужно еще избавиться от проклятий. Уже ты верующий 30 лет, но ты все равно проклятый. Приходи к нам, мы тебя от проклятия избавим. И многие люди выбирают путь проклятия. Я выбираю путь благословения. Знаете, как две дороги. Жить, борясь с благослов... Ой, жить, борясь с проклятиями или жить, получая благословение. Многие выбрали путь сражаться с проклятиями. Другие выбрали путь получать благословение. Это два параллельных пути, что плохого в том и в другом? Ну, ничего плохого. Просто на одном ты постоянно разбираешься с проклятиями, на другом, в, другом, в другой полосе ты постоянно пытаешься разрешить вопрос, куда же складывать мои благословения. У вас может быть жизнь полная благословений, радости, славы, силы, помазания, Духа Святого, жизнь полная вдохновения. Итак, мы с вами открыли второзаконие, 28 глава. И здесь сказано вот этот важный момент. Откройте, пожалуйста, со мною второзаконие, 28. И будем собственно, с первого стиха читать. Второзаконие, 28 глава, с первого стиха. Если ты, когда перейдешь за Иордан? Вот это, вот это потрясающе. Если ты, когда перейдешь за Иордан? Сейчас смотрите, вот здесь на экране вы видите вот эти слова, когда ты перейдешь за Иордан. Когда мы читаем в Синодальной Библии, даже на экране, вот смотрите правильно, в Синодальной написано если ты будешь слушать гласа Господа, в оригинале еще стоит слова, когда, вот эти слова, видите, перейдешь за Иордан. Интересно, что их почему-то в русской Библии вычеркнули, и их нету. Я не знаю, почему нету. Но а, сейчас вы видите вот этот а, более правильное, правильное откорректировано: Когда перейдете за Иордан? То есть я сейчас смотрю, если будешь слушать глаза Господа и исполнять заповеди, но там очень важно, как, если ты когда перейдешь за Иордан? Знаете, Иордан это рубеж. Когда... А, Народ выходил из рабства. Еврейский народ выходил из рабства. Фараону устроили 10 казней. Проклятия пришли на фараона. Не на народ Божий. Многие думают, что Бог пошлет вам 10 казней, когда будет выводить вас. Это не так. 10 казней были не народу Божьему, а были на фараона. Теперь, когда 10 казней пошли, они подошли к Красному морю встали возле него. Помните эту историю, когда сзади армия подходит, Моисей стоит, движение, и вот они стоят и говорят, Моисей, что дальше? Он открывает, простирает жезл, море раскрылось. Они перешли через воду, прошли через море. И когда фарон рванул за ними, вода закрылась. Теперь, когда мы с вами Понимаем, чтобы выйти, они должны были пройти через море. Они перешли, вошли в пустыню. Вообще у нас должно быть в жизни два морских перехода. Первый, это когда мы выходим из мира и приходим в пустыню. В пустыне они должны были находиться долгое время. То есть в пустыне они могли находиться несколько дней. Но они застряли в пустыне на 40 лет. Почему? Есть ряд причин. Когда послали соглядатаев, а те пришли и сказали, о, как все плохо, как все ужасно, как все отвратительно, как все погано, как все, все просто ужас. И, и а, они находились там в пустыне, а, плакали, нас там великаны живут и так далее. 40 лет ходили по пустыне, как наказание за непослушание, за неверие. Теперь, через 40 лет, Поднимается новое поколение людей. Все старики умерли, все старики отошли. Все ушли. И остались только молодое поколение, новое поколение. Новое поколение. Люди, которые были готовы сражаться, верить, молиться. Новое поколение, новое поколение служителей. И вот они подошли к Иордану. Стоят возле Иордана. И здесь очень важный момент – Иисус Навин посылает ковчег в Иордан, священников. Вода раскрывается, и весь, все переходят за Иордан. Там, с той стороны Иордана, находится земля благословения. С этой стороны Иордана находится пустыня. Иордан – это граница между благословениями и проклятием. Иордан – это граница между землей пустынной и землей плодовитой. Иордан ⁇ это граница, через которую нужно перейти. Иордан ⁇ это граница, через которую за благословениями нужно перейти на ту сторону Иордана. И поэтому, когда здесь сказано, когда перейдете за Иордан, условия благословения начнут работать, когда перейдешь за Иордан. Ура, я иду за Иордан. Сейчас у меня попрет, пруха будет. Нет, 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 постой. Моисей говорит, все хорошо, вот мы подошли к Иордану. Когда мы перейдем за Иордан, перед нами будет в Таразаконе 28 глава. Благословение и проклятие. Если ты, 28 стих, 1 глава, когда перейдете за Иордан, в оригинале стоит, будешь слушать гласа. Вы знаете, всегда есть условия. Чтобы благословение получить, первое, нужно за, перейти за Иордан. Необходимо действие. Второе, слушать голос. Мы сейчас это обсудим. Будешь слушать гласа Господа Бога твоего и тщательно, послушайте, и тщательно исполнять все заповеди, которые тебе заповедую сегодня, то Господь Бог поставит тебя выше всех народов земли. Вот этот стих, он закладывает себе силу. Во-первых, мы подошли к Иордану. Каждый человек стоит возле Иордана в размышлении, что мне делать дальше. Хотите ли вы жить в благословении, в благополучии, в радости, в жизни, в победе, в славе, в силе? Хотите ли вы быть наполнены светом? Хотите ли вы обитать на земле славное, сильное, молоко и мед течет. Всегда, когда я слышу выражение этих людей: ой, я буду жить, там молоко и мед течет. Ведь земля обетованная, молоко и мед? Я хотел спросить у вас: а вы когда-нибудь а, работали на пасеке или в коровнике? Когда-нибудь работали? Вы знаете, чтобы текло, молоко и мед? оу, oh. это нужно предложить условия. Нужно начать, нужно вкалывать, нужно работать. Чтобы молочко потекло из коровы, это нужно встать в 4 утра. Вы любите на завтрак молочко? Ой, молодец, Халюси ты мой. Давай в 4 утра встал и пошел доить корову. Думаете, ой, молоко течет, так зашел и открыл. Конечно же, сейчас вы приходите в, в, магазин и покупаете там литр или галлон молока, кладете его к себе, и у вас оно из холодильника течет, не портится, там, до да, молока почти не осталось, там какая-то химия. Но это не то что течение молока. Ой, медик потек. О, -о, -о, -о медик потек. Хо -хо -хо -хо. Я вам скажу, чтобы медик потек, Ой-ой-ой-ой-ой, надо приложить огромное количество усилий, чтобы мед начал течь. Чтобы мед начал течь. Меня всегда смущает. Я прихожу в магазин, и когда продают вот этот мед, который течет, я думаю, интересно, нормальный мед, обычный мед, это вот если просто взять чистый мед спасики, необработанный, он, не, он должен кристаллизоваться. Если он не кристаллизуется, это ненормальный мед, это что-то странное. То есть это почти нет таких сортов, которые бы не кристаллизовались. Мед должен кристаллизоваться. Это нормальное состояние. Спросите у любого пасечника. Если мед не кристаллизуется, некоторые думают, что если он кристаллизуется, у меня всегда вопрос, что за мед, который никогда не кристаллизуется, и сколько там осталось меда, что он не кристаллизуется. Если у вас баночка с медом стоит год и не кристаллизовалась, задайте вопрос, а это мед? <laughs> Реально, спросите, а это мед или что это? Если это не кристаллизуется, это не мед, это что-то другое. Это большой вопрос, что это? Итак, мы подошли к Иордану. Мы подошли к Иордану. Мы хотим, чтобы мед и молоко текли. И начинаем понимать, о, начинаем понимать, так, а что происходит? Почему? Где земля обетованная? Некоторые думают, что это как подойти к массажному салону. Я подошел к земле обетованной, сейчас меня спинку расслабят, ротик вот так начнут подавать мед и молоко, и я буду сидеть вот так орешками меда собирать и кушать. Пробовали когда-нибудь мед с орехами? У-у-у! О, это еда, еда просто ангельская еда. Это такая вкусняшка. У -у -у. Орешки с медом. Так вот, грецкие особенно или пикантные. Ох, как это вкусно. А, дорогие мои, мы хотим, чтобы за Иорданом началась земля благословений. И мы начинаем сомневаться. Хм. Если мед нужно течь, это нужно пахать. Если молоко нужно течь, это нужно доить. Нужно, нужно, чтобы все работало. Оказывается, мы начинаем предполагать, что ну, это молоко и мед течет это не совсем а, сижу а, на, на, в избе, на печке, и все по моему велению, по моему хотению. Оказывается, не совсем так. Оказывается, нужно приложить условия. Когда вот этот рубеж, жизнь за иорданом. Некоторые из вас, вы хорошо умеете жить в пустыне, но вы не живете за Иорданом. Вы не вошли за Иордан. И все, что вы делаете, вы, вы, просто, вы просто научились жить в пустыне, стоять в вере, манну получать, благодать. Знаете, если сравнить жизнь в пустыне и жизнь в земле обетованной, я бы сказал, что в пустыне жизнь полегче. Манна каждый день валится, она сыплется и все, жуях я, ничего есть можно. А, а, когда сильно возмущаешься, мясо само прилетает. Когда одежда не ветшает, вообще особо, особо как бы и трудиться не надо, ничего делать не надо. Вот этой обетованной земле ты перейдешь, манна перестанет, одежда начнет ветшать, все начнет становиться сложным, тебе нужно пахать, работать. Хочу, чтобы текло молоко, встал в 4 утра, хочу, чтобы медик тек. О, пчелки тебя начнут кусать, ой-ой-ой, покусайте я хорошенько. Что я хочу? И вот, вот этот вопрос меда и молока, это вообще вопрос отдельной темы. Оказывается, за Иорданом нужно трудиться. Давайте посмотрим снова. Второзаконие, 28 глава, благословение проклятий, проклятие. Первый стих. Если ты, когда перейдешь за Иорданом, есть условие Иордан, будешь слушать голос, если будешь слушать голос, откроешь свои уши для информации, а, вот им божественных импульсов, Господа Бога Твоего и тщательно. Слово тщательно значит а, охранять, соблюдать, сторожить. А, а, тщательно это значит внимательно, это старательно исполнять. Слово исполнять знаете, как оно переводится: делать, производить, приготавливать, совершать, а, заниматься, работать. Все заповеди, повеления, приказания Господа которые заповедуете сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Другими словами, они подошли к земле благословений, и Моисей ставит условия. Ребята, если вы хотите получить благословение, вам необходимо за Иорданом сделать две вещи: первое, слушать, услышать, и второе, исполнять. Слушать и исполнять за Иорданом начинается жизнь, когда тебе необходимо будет слушать и исполнять. Так легко было в пустыне. Мы сидели, облако стояло, днем тень давала в пустыне, ночью огонь был, согревала и освещала нам стан. Потом облако поднимается вверх, поднялось вверх, мы начали собирать палатки. Собрали палатки, облако передвинулось вперед на 10 километров, мы перешли на 10 километров. Облако остановилось, мы остановились. Так легко! А, ну вот, когда мы подошли, подошли к новому месту, теперь нужно ставить снова палатку, нужно снова. Особо и вода идет, и, и комфорт, и все. В земле обетованной нет столпа облачного. В земле обетованной нету земле обетованной нет ничего, что могло бы тебе содействовать. Манна не падает. Теперь манну нужно выращивать. Захотел манной каши, а вперед посадил манку. Начинается движение. Захотел чего-то добиться, необходимо начать двигаться. И вот возникает вопрос. Там мы были рабами. Мы работали на хозяина, на фараона. У нас ничего не было. Потом мы вышли, жили в пустыне. Нам ничего делать не надо было. Мы всю жизнь были рабами, работали теперь. Мы не работаем. Теперь мы просто передвигаемся, путешествуем по пустыне. Теперь мы приходим в землю обетованную, за молоком и за медом и вдруг обнаруживаем, что нам теперь нужно работать. Нам нужно трудиться. Где же райские наслаждения? Где же вот так я подхожу, рот открываю? И с одной стороны молоко, струя молока и старая меда. Нету. Нету этого. Хотите добиться чего-то? Хотите получить благословение? Все, что вам нужно сделать, это начать действовать. Вся тема моя Будет, мы будем говорить завтра тоже на эту тему. Мы подходим к вопросу делания. Делать. Если будешь делать, а, исполнять. Исполнять это значит делать. Производить, совершать, заниматься, работать. Если вот это слово исполнять, это не просто испол, есть исполняю. А, это слово обозначает действие. Если будешь делать, то, что услышишь от Бога. Если будешь делать то, что Бог тебе заповедует. Если ты будешь производить. Мы подходим к вопросу, что в земле бетаманной нету вот этого мифического рога изобилия, к которому ты подходишь, скатерть самобранка, которая так накрыла, она жук стол накрытый. Нет, если хочешь чего-то добиться, необходимо производить работу, необходимо производить э, усилия, труд. Вы хотите увидеть благословение, вы хотите увидеть изобилие, и вот вам условия. Пожалуйста, легко. Работай, трудись. Во-первых, услышать голос Господа. Условие. Бог говорит тебе. Я смотрю, Бог со мной разговаривает, я слушаю. И теперь моя реакция, я услышал, что Бог мне сказал. Теперь я думаю, что, что теперь дальше делать? Давайте процветание, обетование, давайте, все обетования, дай аминь, кричат харизматы, аминь. Окей, аминь. И мы будем провозглашать. Дорогой человек, да хоть запровозглашайся. Хоть заорись, что ты благословенный, нужно делать. Нужно делать. Нужно делать. И вопрос сделай дело. Многие сейчас говорят, вот там трудности, т -т -т -т. дело. Если кто-то говорит, мы ждем гуманитарную помощь. Ну вот возьми бутерброд, сделай три штуки, выйди на улицу, найди бомжа и дай ему бутерброд. Вот твоя гуманитарная помощь будет. Не надо в эйфории сидеть и думать, было бы хорошо, если бы всех голодных накормили. Накорми до одного голодного. Если ты возьмешь и подойдешь практично к делу, не так, что кто-то должен этим вопросом заниматься в стране. Все такие умные и говорят, что кто-то должен заниматься этим вопросом. Ну, вот ты и займи, коль у тебя эта тема обозначилась. Сделать... Это так легко. У каждого из вас есть булка хлеба. Возьмите булку хлеба, нарежьте, отрежьте сыра положите сыр, намажьте маслом и сверху колбасу положите. Ребята, это величайший из чудес. Вы впервые в жизни, когда у вас есть, кто-то мне говорит, пастор, нужно заниматься голодными. Я говорю, да, 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 пастор, давайте организуем проект, давайте в церкви мобилизуем. Я говорю, стой, стой, Давай начнем с того, что если у тебя есть импульс от Бога, и ты слышишь, Бог тебе говорит, корми голодных. Я говорю, дома хлеб есть, есть, сыр есть, есть, колбаса есть, есть. Вперед, в смысле, так, что вот я сделал бутерброды и раздать, да. Не надо никого мобилизовать, мобилизуй сам себя. Возьми себя за Шиворот, и вперед. Иди и делай дела. Не надо, не надо здесь умничать и показывать, что я, 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 я знаю, что мне нужно делать. Я должен мобилизовать всех. Я должен всех подключить. Нет! Мобилизуй сам себя. Мобилизуй сам себя. Мобилизуй свою жизнь. Мобилизуй свою жизнь, если будешь слушать голос Господа и исполнять, делать все заповеди Его, все, что Он говорит тебе. В этом заключается вообще весь поток благословений. Дальше мы будем читать завтра о благословениях, которые придут на твою жизнь. И также есть огромное количество проклятий, которые придут на твою жизнь, если ты не будешь этого делать. Вау! Жизнь за Иорданом веселая. Многие христиане слышат голос Божий, ничего не делают, и только одно. Пастор, помолитесь, у меня проклятие. Дорогой человек, у тебя проклятие, потому что ты слышишь и не делаешь. Слышишь и не делаешь. Действие это, это, это шаги, Шаги э, веры. Многие ищут себе причину, чтобы ничего не делать, другие ищут себе причину, чтобы что-то сделать. Сделайте шаг веры. Аминь, аминь, аминь. Я вас благословляю, драгоценные мои. Я сейчас не говорю только о закормлении голодных, я говорю вообще слушать голос Господа и исполнять. Если вы знаете, что нужно любить людей, начинайте любить людей. Заботьтесь, благословляйте вот этот, вот этот перейти на производство дел. Не только мечтание. Я мечтаю заняться какими-то делами. Не надо мечтать заниматься делами. Начни делать дела. Слушать и исполнять. Делать, производить. Аллилуйя. О Боже, я благодарю Тебя. Жить по Его воле. Конечно же, нам необходимо а, узнать его волю. Но разве не говорят, Господи, скажи мне волю, в какую далекую страну поехать и каких-нибудь там зимбабийцев достигать Евангелием, дорогой человек, да у тебя Зимбабве через дорогу находится. Посмотри вокруг, посмотри, сколько боли, горечи, слез, сколько обид, сколько, сколько трудностей люди переживают. Дорогой человек. Не нужно далеко ехать, чтобы делать добро. Сделай маленький шаг веры. А маленький шаг веры. Я ищу и действую. Я слышу, действую. Жизнь за Иорданом по этому принципу. Исполняй, делай то, что Бог заповедовал тебе. Во имя Иисуса Христа я благословляю каждого человека, кто сейчас слышит мои слова. В этой короткой проповеди Господь мы затронули важную тему. И я прошу тебя, мотивируй сердца людей слышать твой голос и исполнять. Благослови Господь каждого человека именем Иисуса Христа. Да пребудет с тобой Господь, да направит тебя Господь, да поддержит тебя Господь, да откроет окна небесные, да и зальет от Духа своего на тебя, да коснется тебя. Благословляю тебя именем Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Да благословит Тебя Господь. Аминь. Драгоценные мои, я, я просто слышу ваши комментарии. Сейчас вот обращусь к вашим комментариям. Мощно принимаем, говорит из Молдовы Святослав. Татьяна, пастор, спасибо. Из Риги. Из Украины Эльвира, да, точно. Слава, говорит, аминь. Слава Господу. Я смотрю комментарии съездил с мамой а, за продуктами привез колбасы Антон и Наталья из Житомира слава Господу а, вы знаете когда когда мы смотрим а, вот на жизнь на жизнь с Богом она очень потрясающе интересная. однажды Господь мне сказал начни делать телевидение знаете мне было страшно это такой объем, это, это в смысле телевидения. Как это сделать телевидение? Но я увидел, что я могу сделать его. Я увидел, что нужно пойти и делать. Сегодня мы имеем то, что мы имеем. Я сейчас сижу вот здесь в гараже, в этой студии, вещаю к вам проповеду Евангелия, и вы получаете благословение. Начни и делай. Я благодарю всех вас за партнерство. Благодарю вас за участие благодаря вашему участию, мы можем продолжать благовествовать Евангелие по всему земному шару. Я хочу привести многих людей ко Христу. Давайте вместе. Давайте вместе достигать людей Евангелием. Давайте вместе проповедовать Божье Слово. Давайте вместе изменим этот мир. Давайте вместе служить Господу нашему Иисусу Христу. Давайте вместе расширять Царство Божие по всему лицу земли знаете, что значит вместе? Вы сейчас слышите призыв участвовать своими приношениями или десятинами в служении Господу. И вот теперь ваша реакция. Говорит ли вам Бог или нет? Если Бог вам говорит, то, пожалуйста, тщательно исполняйте. Благословляю вас. Сегодня с вами был Максим Максимов. Встретимся завтра на том же месте. Благословляю. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.